Вчера в переулке Камышловском 10 мама зарезала сына 13-летнего Костика. Мама пила вместе с сыном, да и поссорились. Чего по пьянке не бывает. Дома 10 в Камышловском переулке по документам уже нет. Его уже как бы снесли и у всех из него переселили. На самом же деле дом есть, еще более чем есть. Живут в нем насыщенной жизнью. Про комнату, в которой мама резала сына, остальные жильцы говорят, осуждая, что бомжатник. Комнатка и впрямь непрезентабельна. Хозяин ее человек Вова много и убедительно сидел. 25 лет в общей сложности, 7 ходок. И все кражи. Только из магазина вернулся. Судя по всему, для Вовы каждый дорогой гость, если бутылку принес. Замка на двери нет. Вчера к Вове в гости попали мама с сыном. Кузьмины пили уверенно. 13-летний Костя наравне со всеми. Мать его! Ага. Мать его! Пьяная? Ну, значит, буховатая была. Ага. И что, а что они... А я не знаю, что... Вы с сынулькой бухали? Не знаю, я не помню вообще. Ага. Я открыл дверь, и все, и снова лег. Ага, ясненько. И тут уже вот милиция скоро, помощь приехала. Что, сильно его она подрезала? Да я не знаю даже. Ну, эти говорят, зашивать надо, скоро помощь была. Ага. Зашивать надо. Угу. Ножи тут был какой-то черненький такой. Угу. Все, больше ничего. Всеобщую амнезию по причине пьянства будут разгребать следственные органы. Сынулька разругался с мамашей. Мамаша пырнула его ножом в спину. Пырнула очень убедительно. Пьяного порезанного увезли, что приятно, в детскую 9-ю больницу зашивать. Состояние его сейчас тяжелое. В такой дом нужно вводить экскурсии, чтобы посмотрели люди, как могут они выживать. Запомните адрес: переулок Кушевинский, 10. Большинство стекол в доме отсутствует, только что и есть из коммунальных удобств, что свет. Ну, впрочем, всюду жизнь, и там живут люди, и там живут дети.